Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики Подслушано Судак. Сегодня от всего админсостава группы хотелось бы поздравить вас с наступающим новым 2019 годом. Новогодние праздники всегда были особенными, они пропитаны атмосферой добра, домашнего уюта и, конечно же, верой в то, что наши мечты, наши желания непременно сбудутся в новом году. Как принято, сейчас все подводят итоги. Мне бы хотелось выделить два знаковых события для Крыма, которыми запомнился этот уходящий 2018 год. Это в первую очередь историческое событие – открытие Керченского моста и также открытие аэропорта Симферополя, в Симферополе. Мы несколько месяцев подбирали название для аэропорта. Я считаю, что выбрали достойное название. Назвали в честь Ивана Айвазовского. Что еще сказать, друзья? Группа «Подслушано Судак» из маленького неизвестного сообщества мы превратились просто в огромнейший ресурс, в один из самых посещаемых ресурсов Судака. Весь этот год мы трудились, писали, шутили в этом сообществе. Спасибо вам, друзья, большое. Без вас бы эта группа не существовала. Главный итог года, друзья, что мы здесь и сейчас можем творить разные добрые дела, создавать какой-то интересный контент, делать новости и, самое главное, быть одним целым. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Совсем скоро вы уже сядете перед своими телевизорами, а возможно, вы и сейчас уже сидите перед телевизорами. Скоро будете смотреть речь Путина, но перед этим вы посмотрите мою речь. В общем, друзья, спасибо вам, что вы с нами. Мы вас очень любим. С наступающим новым 2019 годом. Пока!